24 по 30 января в Москве в кинотеатре 35 мм пройдет Music Film Festival или фестиваль музыкального кино. Музыка и кино неразрывно связаны с самого момента рождения кинематографа. За 100 с лишним лет связь кино и музыки только окрепла. В программе фестиваля и голливудский мюзикл, и новейшая европейская классика в ритмах инди-фолка, а также документальное кино о монстрах хип-хопа. 25 января будет показан фильм «Art of Rap» или «Рэп как искусство». Это нашумевшая киноработа рэпера Ice-T. Он решил представить свой взгляд на хип-хоп и для этого поговорил с первыми его лицами. От классиков олдскула, таких как LL Cool J, Run DMC, до сегодняшних звезд вроде Эминема и Кэнни Уэст. Премьера фильма прошла в США в прошлом году. С того времени энтузиасты выкладывали собственные версии озвучки и перевода. Теперь же картину наконец можно будет посмотреть на большом экране. Ее показ пройдет при поддержке телеканала A1. На презентации появятся популярные хип-хоп-артисты, а кроме того, мы разыгрываем билеты на этот показ. На сайте телеканала вы можете увидеть трейлер этого фильма. Вам нужно будет назвать всех рэперов, которые в нем появились. Ответы присылайте на почту konkurs@a1tv.ru с пометкой «Рэп». Не забудьте указывать свою фамилию и имя, а также телефоны. И приготовьтесь, будет громко! Music Film Festival с 24 по 30 января в кинотеатре 35 мм.